Друзья, всем привет. Пришла долгожданная посылка от Кирилла Комина с компании Контур МК. Вот, смотрите, как все упаковано. Все. Как это. Вообще хотел. Планах рассказать. Видео вообще до этого и снималось. Короче, давайте буду пока раскрывать и рассказывать, наверное, да. Посылка шла еще очень долго. Заказ там выполнялся долго. Заказ я сделал 2 мая. Была обещана отгрузка 18 мая. Посылка должна была 18 мая кому пойти. Но по каким-то причинам все это откладывалось. Подожди день, подожди 3, подожди 4. И вот с этой пандемией неправильную обработку, короче говоря, сделали на заводе, где Кирилл анодирование делает. В общем, такие дела. Но после, ну, я терпеливо ждал, переписывались, общались. Вот здесь я открывать не буду пока. Вот это еще 2 поворотных узла. Заказано было мной 2 поворотных узла и один станочек Ангара или Анкара. Кирилл в качестве компенсации, что я терпеливо долго ждал, за этому отдельное спасибо, мне подарил еще один поворотный механизм. Это видео не для того, чтобы похвастаться, сколько я штук их заказал. Хотел с вами поделиться о планах. В планах моих создать было вообще 2 точилочки. Как бы собрать ото всех, которые имеются точилочки, разные детали и собрать себе какой-нибудь эксклюзивный гибрид. Но пока все не буду раскрывать, наверное. Просто посмотрю качество нескольких штук. Это обзор попозже будет. Ну да, уже давайте вам покажу. Я видел перед этим, как вам сказать, обработки деталей, да? Уже другой уровень. Буквально 2 месяца назад точилка пришла моему другу Володе здесь в Алмате. Ну, обработка другого качества была. Молодцы ребята, идут как бы в лучшую сторону. Улучшают, работают. Я даже как-то краем уха слышу, что у них сейчас в планах даже поворотный узел, ой, не поворотный, уже думаю, устал просто вчера, всю ночь пилил. Подъемный механизм рыночный, сейчас у них в разработке, жду не дождусь. Так, давайте я все, наверное, распакую, что мне надо, потом я включусь. Ну вот, ребята, так, частично распаковал, потому что мне еще их хранить. В общем, что пришло? 4 штанги. Нет, давайте, так, 3 штанги дополнительных. 2 вертикальных узла, как там скажем, стойки со скользящими этим шариком, подшипником. 2 поворотных узла дополнительный, который я заказывал.
А этот Кирилл послал мне в подарок за то, что я 2 месяца спокойно ждал. Вот. За это еще раз спасибо, Кирилл, огромное. О планах. Вообще, по идее, задумывалось мной создать что-то типа точилки дяди Ефима с поворотным механизмом и с реечным подъемником. И чтобы он был еще и по цене, так скажем, доступным. Ну, еще какие функционалы добавить хотел. А думаете, вот эти зачем заказывал, да? Ну, в принципе, все добротно, все так сделано. А, еще вот этот угол тонкой регулировки, он не входит в комплект. Но когда изначально мы с Кириллом вели переговоры, я ему говорю, давай, у тебя там скидок не буду таких зверских просить, подари пару штук вот этих. Он даже, по-моему, 3 подарил. Я не помню, в ангаре есть вот это? По-моему, нет. Это самый дешевый версия. Он 3 подарил. Кирилл, спасибо. Как бы этот буду снимать по точилке, как скажем. Обзор это другой. То есть будем хвалить и хаять. Это в другом видео. Здесь оно вообще ни к чему, я так думаю. Это просто делюсь планами. А мне многие ребята говорили, где твоя посылка, что там с точилкой, то есть все. Насчет производителя хочу сказать. Нормальный, адекватно реагирующий человек на все эти. Да, с этой пандемией были у всех у нас проблемы. И продолжаются. Сейчас вообще еще хотят у нас все усилить. Да, у человека были временные трудности, но он всегда отвечает на телефон, всегда как бы идет навстречу, как и должно быть, наверное. Кто тебе вот за то, что я там лишних 2 недели подождал, там, может, 20 дней подождал, даст вот такой типа поворотный механизм, который у него стоит там то ли 5, то ли 4500. Но это вы сами уточняйте. Контакты Кирилла все оставлю. Обзор по поворотному узлу и точилке будет. Только чуть-чуть дайте время, дайте оклематься, потому что сейчас тоже навалило. Ну, вот такие дела, в общем. Хочу собрать по типу точилки Ефима собственного, так скажем, собственной сборки. Гибрид. Я даже придумал, наверное, название. Типа гибрид что-то назову, наверное, да. Но это будет не скоро. Ребята, потому что опять в понедельник, я говорю, закрываются все токарки, макарки, все это закрывается. Все равно фрезерный токар на работу, может быть, нужны будут. Опять же, почты хотят закрыть. Так. Но первые впечатления, которые, как вам сказать, первые впечатления того, что я раньше видел, и что этот Кирилла улучшилось. Обработка деталей, я так скажу, намного улучшилась, чем было. Я видел несколько раз его старых заточных станков. Так скажу, молодец, парнишка идет как бы в лучшую сторону. И просто в первых впечатлениях даже, вот держа вот этот вот станочек, ребята, зайдете к нему на сайт. Может, он поменялся, но я давно не заходил. Он стоит 6500. Ну, без вот этого кольца, возможно. Без вот этого кольца. Ну, докупите его там рублей за 500. Я не знаю, сколько у него там стоит. Я так думаю, это вообще халява. За такие бабки, да. Вот. Обработки деталей, как... Вы будете точить не хуже профиля, не хуже там Rolls-Royce моего. Так что, кто хочет там купить, пожалуйста. Ну, сейчас я кому-то что-то советую, даже опасно. Да, наше дело как бы снять подробный обзор, показать его углы, погрешности, минусы, плюсы, как бы на свой вкус, да. А потом
Пусть каждый сам решает. Ты же что-то боишься, честно говоря, кому-то что-то советовать. Ну, не знаю, давайте это видео так назову я. Точилка Комконтур, Ирбис или Анкара, или Ангара. Планы, первые впечатления. В общем, довольно-таки приличная штука. Просто давайте, я еще что хотел. Вот. Мне вот это, говорю, не нравятся вот эти основания. Не, ну, о вкусах, конечно, не спорят. Вот я просто хочу, знаете как, вот эту ангару взять. Вот здесь вот просверлить. Вот эта вещь, это столешница, которая там из искусственного камня. У любого мебельщика в отходах его валом. Даже когда они вырезают вот эти под раковины, под эти, да. Кусочек у него взять, вот эти кусочки. Просто просверлил. Здесь тоже все сверлится, все на клей сажается. Вот он, вот так вот будет стоять. И эти ушки можно отпилить вообще, или как. Ну, короче, фантазируйте, как хотите. Вот вам видно сейчас, покажу, да? Вот такой тоже будет красавчик здесь стоять. А насчет вот этих реечных подъемников, да, это мы, люди, балованные, поймите. Для обычного человека, который будет пользоваться, да, вот этого не надо. Ну, что тебе, тяжело, раз, поднял, ну, выставил вот так угол, зажал. Потом это, его можно использовать как нивелирующее кольцо. Ну, это уже, короче, обзор превращается, но это все потом. Ну вот так, видели, да, вот первый мой план. Купите вот такой, копейка вам обойдется. И у вас будет, хотите так поставьте, хотите сяк поставьте. Ну все, ребята, давайте, что-то я подустал сегодня. Так просто не терпелось снять видео, выложить. Радости полные штаны, так скажем, да, что пришли эти запчасти. Точилка, все благополучно. Всем пока. Спасибо за внимание.